Блин, я хочу, чтобы он посливался, а мы с ним ржали. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, FM Zoom, OLTV, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет, сам OLTV. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная игрушка, Ben & Blood Party, это зомби-паркур. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Давайте, пацаны, на старт, внимание, марш. Все, да, весь свой посмотрел. Скилл вам показываю, ребят. Блин, это уже смешно. Кувалды же еще мешают. Опа, есть. О. Отличненько. Пацаны, я вам специально сейчас подаю, чтобы вы прочувствовали, что вы побеждаете. Да, но на самом деле дальше я буду вас очень жестко выигрывать. Не верите мне? Сейчас я подлобаюсь, подождите. Это ж все ж просто так. Давай, Дим, в первый раз. Я забыл, что все ниже и ниже. Смотрите, пробегаю с первого раза и весь целый буду. Давай. Раз, два, три. Есть. Голова еще очень хорошо катает. Блин, ребята, это класс. Надеюсь, вы подписались, поставили лайкосик, потому что ролики выходят каждый день. Сейчас. Я сейчас все вспомню. Нет. Все. Да, я специально вам поддался. Ну как? Ну что, ребята, сейчас я буду очень четко играть. Опа, один слился. Нет, никто не слился. А, никто не слился? Да, это, тебе показалось. Ой, голову мне отрубило. А, можно же было еще его сбить руками по башке. Не надо. Надо, надо. Так, давайте мы сейчас сразу возродимся, потому что все-таки целиком лучше играть. А, я вижу. Ах, блин, туловище надрез. Кстати, надо было сделать себе больше жизни. 10 жизней мало мне. Я ж рахит. Да мы поняли. А! Да блин, да смотри, что делается. Как же давно не играл в эту игру. Мне всё казалось, что она такая легкая какая-то. Нет, это не гораздо. Опа, я вижу, тут подпись есть. Вот моя. Здесь вот тоже нога у меня отрезалась. Ой, смотрите, как красиво я здесь пробежал. Отлично. А когда я возрождаюсь, у меня жизни тоже отнимается? Да, да. А, и возрождаться нельзя лишний раз. В этом прикол. Понял. Есть, красиво, ребятушки. Все лучше и лучше играем. Опа, видели? Вот это вообще было по красоте. 8 минут у нас еще есть. А все отлично, пройдем. Такс. Я бегу вперед, не останавливаюсь, меня ничто не трогает. Да? Да. То я специально сделал так, чтобы именно тебе легко было играть. Да, спасибо. Все, я прошел. Конечно, играй с читерами. Ребята, они перед записью очень сильно тренировались, поэтому вы понимаете, да, почему они играют лучше, чем я? Они целую ночь тренировались в эту игру. Ну а как? Я спокойно пройду, потихонечку, прокачусь своей башкой. О, я вижу, Гусанёк, там тоже твоя башка катится? Класс. Ребята, если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Пообщаемся, повеселимся, поорём. У тебя есть шар? Есть. Ой-ой-ой, вы видите? Да боже, это так тупо было, когда в конце самом слился. Опа. Кто быстрее, Дима или Саня? Да Дима уже, наверное. А может опять... Гусанёк немножко расстраивается, когда его кто-то выигрывает, да? Ну да. Есть! Ребята, я знал, что я все лучше и лучше буду играть. Был четвертым, теперь третьим, буду еще лучше играть. Ну, Гусанёчек, ну давай! Смотрите, сейчас он не сможет дойти, мы будем угорать с него. Ля-ля-ля, давай солью. Нет, целый, нормально. Блин, я хочу, чтобы он посливался, а мы с ним ржали. Вот как сейчас. Давай, Гусанёк! Ты будешь сливаться много раз. Давай, мы в тебя верим. О, ты еще шляпу себе одел? Да. А я здесь просто бежал, я не уклонялся никак. На дурачка, знаете? Вот сейчас он сольется здесь, смотрите. Ногу! Эй, блин, ногой! Кувалдой! Давай! Эй, ты, блин! Хорошо. Блин, ну это было прикольно. Все лучше и лучше начинаю играть. И Гусанёк тоже, вижу, уже потренировался. Аж последним пришел. Блин, класс. Настроение отличнейшее. Ребятушки, третий раунд. И мы сейчас должны красиво-прекрасиво затащить. Я хочу все-таки хоть раз пройти первым. И я смогу это сделать. Потому что я профессионал. Ай. Видели? Только один максимально пол часа ставится и все. Ой-ой-ой.
Блин, это было очень красиво и эпично. Видите, уже лучше играю сейчас, намного лучше. Ага, я живой. Не выпендриваюсь одним. Да все нормально, не ссы. Ай, меня скинуло. Так, вот эти молоточки мне начинают очень нравиться. Да, я понял, начну сейчас жестко на них тупашить. Да блин! Так, сейчас я подловлю момент, я понял, как надо. Короче, самое главное не давать... Ай-яй-яй, блин! Ну сейчас, 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 сейчас. Чиньк? Чиньк? А, нет. Чиньк? Ай, скинула, блин, еще ж посередине вот эти дырка очко, которые скидывают. Ай! Так я же еле, просто еле коснулся, она меня выкинула. Да ё-моё! Начинается веселье. Нет! Оп! Оп! А тут есть ложки, с помощью которых можно скидывать. Да, отлично, я добежал до чекпоинта. Надеюсь, я не такой уж рахит. Ладно, я рахит. Забираю свои слова назад. Ага, тут ловушечки везде уже идут. Надо быть очень внимательным. Оп. Оп. Инкс. Инкс. Ой-ой-ой. Эх, есть. Ай. Ай. Блин, классно. Да нет. Опа. Но только был уже близок так. Да? Ну это ж хорошо, что ты далеко. Есть. Ой-ой-ой, ребята, ну это уже прям, знаете, возвращается мой скилл, когда, помните, в тех сериях давно еще, 3 года назад мы эту игру записывали, я прям четко играл. Ну да, скилл возвращается, ты последний. Да, есть, я не последний? Последний. Последний. Да блин, я думал, что... Да ну блин, да я хотел лучше играть. Ребята, очень сложный паркур. Я надеюсь, мы затащим. Реально сложно, очень сложно. 22 жизни. Если бы я знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Ё-моё. Ой, красиво вас распилило. Ну ладно, ползу, дверь катится. Нет! Ого! Вот эта подача была в голову, неплохо. Я знаю, как тут проходить. Ай. Вот, подача. Вот так проходить. Только не падай, не... Фух, отлично, я не упал. Тихо, 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 внимательно. Я прошел, да. Нет, я упал. А что ж ты хотел? Я так, хотел выиграть. Отличненько, ребята, тащим. Потихонечку тащим. Да мы поддаемся. Да я уже понял. Я привык, что ты поддаешься, потому что ты слабо играешь очень. Нет, я не слабо играю, поддаюсь. Как ты играешь? Что такое это баг? О, мои любимые ложечки. Я всегда жму shift, потому что кажется, что это быстрее. Пройду, но скилл уже кончился, а я бегу и бегу. Скилл кончился у Димаса. Ну, не скилл. Так, а что не открывается? Я не признаю, что ты играешь просто не умеешь, и все. Да? Ну, вообще-то я первее всех иду уже. Так, мы подаем, сейчас забыл. А кто за тобой идет? Дурачок с бензопилой. Дима, смотри, что я взял. Да не пили меня, ну не пили, пожалуйста. Ладно, не, давай, не... давай пройдем. Да, я не буду тебя реально убивать. А мы правильно идем? Это мы не назад? Все, все нормально. Не, не назад, не бойтесь. Ладно, лучше сразу слиться. Все, сейчас я буду четко идти. Вот до этого момента я вообще четко и шел. Так, вот, вот, вот. Так, я живой. И я живой. Ой, не по живой. Башке получил, отойдем. Нет, побежим. Саня сейчас пойдет. Прошел? Нет. Ну, Гусанек, ну пожалуйста. Ну давай. Ого, давай, блин, все, что, заново что ли? Вот этот кусок проходить надо заново. Давай, я верю в тебя, ты второе место займешь. Да подожди, ты видишь, что эти кувалды вонючие меня хотят побить. Ноги! Ну мои ноги! Их! Ого! Что за червячок ползет? Да блин, я как рахит ползу. А я не допрыгну, наверное, оттуда вот этим инвалидом. Давай, допрыгнешь, я верю в тебя. Есть, есть. Есть! Я второе место, ребят, наконец-то я чуть ли не выиграл. Ну я Гусеньку поддался немножко туда. Да, да. Что было веселее. Давай, 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 не допрыгнешь. Ай, блин, допрыгнул, допрыгнул. Ну кто у нас там остался? Все, давайте будем с него сейчас жестко угорать. Смотрите, как его сейчас будут распиливать здесь. Распились. Распились. Кувалда, скинь его. Кувалда, скинь. Скинь кувалда. Блин, ты молодец, повезло. Промахнись. Упади. Нет. Ай, хорошо, молодец.
Да я просто там на молотах остановился, не мог пройти дальше. Молодцы, ребята. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.